Всем привет! Привет, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала. С вами по-прежнему Аракис. И, конечно же, я хотел бы вас пригласить сегодня среда, сегодня вечером. У кого-то, наверное, будет ночь. Сегодня пригласить вас к себе на стрим на Twitch-канале. Время уже немножко сменилось. Сменилось не мною, а вообще так, как время поменялось. Смотрите, сейчас у нас получается с Киевом и Москвой время одно и то же. То есть, вот, я не знаю, вот, можете даже посмотреть через Google и так далее. Я, на самом деле, сам только сегодня обратил на это внимание. То есть, раньше вы знали, я говорил, стрим начинался в 21.00, но сейчас он будет начинаться в 20.00. Почему? Потому что время по Украине сменилось. Следовательно, я его не хочу менять в каких-то там описаниях и тому подобное. Для кого-то это будет, ну, скорее всего, даже плюсом. Думаю, вряд ли для кого это будет минусом. Все-таки многие просили, чтобы я начинал раньше, но специально я этого делать не хотел. А так как сейчас время просто перевели, поэтому будет стрим начинаться на час раньше. То есть, если ориентироваться по Украине, Киеву и по Москве, России, то есть время начала стрима теперь будет 20.00. Да, постараюсь я это все описание везде переделать, поэтому теперь не 21.00 для России и тому подобных странах и вообще часового пояса, а 20.00. Жду вас сегодня вечером, запасайтесь печенюшками, я думаю, будет много чего интересного. Кстати, поговорим о грядущем моем розыгрыше. Мне дали очень, я считаю, неплохой аккаунт, и я уверяю вас, он достоин внимания. Аккаунт, ну, неплохо раскачан, скажу так. Тем более там есть интересные несколько первородок. Это не просто аккаунт какой там 10-12 уровня. Аккаунт давным-давно 40 уровня. Там много 6-звездочных монстров. Там несколько первородок, достойные руны. То есть персонаж и сам аккаунт действительно раскачан. Ну, персонаж — это такое дело. Аккаунт действительно раскачан и очень много интересных, хороших монстров. Человек отдал мне его, он, видимо, не хочет больше играть. Ну, решил стать спонсором всего этого действия и сам хотел бы поприсутствовать на стриме. Когда я буду его разыгрывать, это, скорее всего, будет на 16 апреля. Да, 16 апреля, еще хотел бы сказать, кто не слышал об этой информации, люди, которые бы хотели открыть вместе со мной свитки 16 апреля, моя жена собирает кристаллы, свитки, я собираю, вы знаете, вот я до 16 апреля не буду открывать ни одного там мистика, камней и тому подобное. То есть все я буду собирать на этот субботний вечер. И постараемся чуть бы не весь стрим посвятить, я не знаю, максимум там на ГВ, наверное, сходим, там поотвечаю на ваши вопросы, все остальное время мы будем открывать свитки мне, жене, подписчикам и всем, кто захотел бы. Если вы имеете возможность, желание насобирать свитки до 16 апреля, у вас есть какое-то количество свитков от 35 призывов, да, я немножко снизил этот максимум, от 35 призывов, даже если у вас 34 будет, так уж и быть, рассмотрим вашу заявку. То есть пишите мне ВКонтакте, отпишите в личку, я не знаю, там в группе можете написать то, что вы хотели бы участвовать в этом тотальном вскрытии свитков. На самом деле уже немало людей написало, все хотят поучаствовать в этом плане. Если вы хотите в скайпе со мной параллельно пообщаться, почему бы и нет. Если у вас нет какой-то там возможности общаться в скайпе, я не знаю, вы стесняетесь, у вас нет микрофона, либо просто-напросто веб-камеры, почему бы нет, я просто зайду под черным экраном, да, на ваш логин и пароль, и буду открывать ваши свитки в прямом эфире на стриме, и, конечно же, запись я залью на YouTube, то есть для вас будет также какая-то память. Жду вас сегодня вечером у себя на стриме, ссылка будет в описании под этим видео, ссылка будет у меня на странице ВКонтакте, вся информация также есть ВКонтакте, в группе в нашей, в которую, если вы не вступили, вступайте, там много чего интересного, вы сможете задать там свои вопросы. Также, если у вас есть возможность, вы сможете меня как-то, ну что ли, прорекламировать для своей гильдии, там, своих знакомых, может, кто играет. Огромная вам будет благодарность за это. Чем больше нас будет, тем быстрее у меня появится возможность получить партнерку. Да, еще рассматривается моя заявка на партнерку. Знаете, 10 суток на это уходит. Я не знаю, то есть, что меня ждет. Надеюсь, положительный ответ. Я очень бы этого, конечно же, хотел. Потому что это улучшит все, конечно же, на стриме. Улучшит качество. Вы сможете менять качество. Там, не знаю, даже какие-то смайлики добавят. И тому подобное. Фиговинку, да, на этом твиче. 20.00 по Москве. Жду вас. Приходите. Будет интересно. Пока-пока и до встречи.